Всем привет! С вами ваш интернет-магазин «Дом игры». И сегодня я хочу показать вам распаковочку и видеообзор вот такой классной игрушки, торговой маркой игрушки из дерева «Лабиринт-каталка черепаха». Очень красивая коробочка, в то же время очень компактная, вот такая яркая. Давайте же заглянем внутрь и посмотрим, что собой представляет эта каталка черепаха. То есть, вот такая каталочка у нее. Впереди у нас есть веревочка, то есть можно ее катать. Вот так катаем, да. Вот. Единственное, хотелось бы сказать, что веревочка могла быть и подлиннее. Ну, думаю, вы своими силами сможете удлинить, и тогда катать ее будет еще удобнее. Ну, это наш взгляд. Вот. Дерево очень хорошего качества, без заусенец, то есть хорошо окрашены экологически чистыми красками. Вот, сверху у нас на черепашке вот такой лабиринт для развития моторики. Вот наши, видите, бусинки очень крупные, не содержат абсолютно никаких мелких деталей. Ну, как бы колесики у нас такие в форме шариков, тоже желтый, синий, зеленый, красный цвет. Морда черепахи, видите, такие глазки. Очень хорошего покажу дно. То есть хорошо катается, нигде как бы никаких вопросов по качеству игрушки нет. Ни по качеству дерева, ни по качеству изготовления. Ну, а в силу того, что все детки любят лабиринты, а тут еще лабиринт, который можно даже катать, думаю, ваш малыш будет в восторге. А если вы захотите приобрести такую развивашку, обращайтесь в ваш дом игры.